И всем привет! Вы на канале Тыковка ТВ. И сегодня я снимаю 7-ю серию вашего любимого сезона, который называется «Громгильда и ее тайный поклонник». Ну что, поехали! Фью. Ай, как хорошо! Да. Ну что ж, ребята, раз уж все стало хорошо, то можно лететь. Я с вами полностью согласен. Спасибо большое, что меня освободило, как бы. Да не вопрос, это как бы все было, как бы, Астрид, это она сделала. Но все равно спасибо, и у меня есть для тебя подарок. Очередной подарок? Да. Это тебе тортик. Тортик! Ой, как мило, большое спасибо. Ну что ж, я думаю, тогда пора уже лететь. Ну да, да, да. Астрид, раз уж мы спасли Склила, все хорошо, то я думаю, уже пора лететь, а то драконы даже что-то там заворчали. Да. Хорошо, так, Мизоумик, Громгильда, Скрил, Крейлоклык, дневная... А где дневная фурия? Что? Что? Безумик, тише. Что? Где она? Надо ее найти. Она же только что тут была. Тихо, Безумик, тихо, спокойно, спокойно, сейчас мы ее найдем. Все, может, вы полетите искать эту дневную фурию, а мы с Громгильдой лучше полетим домой? Нет, мы все будем ее искать. Но это скучно и нудно. Ой, если ты дружишь с нами, то тебе не должно быть скучно, тебе должно быть весело. То, что у нас каждый день не скучный. Да, это точно. Так, ну что ж, раз уж я тут единственный дракон класса Щейки, я ее найду за 5 минут. Хотелось бы. Дневная фурия вечно, она куда-то девается. Правда, так. Очень странно. Что? Ребята, хватит там уже между собой разговаривать. А ну-ка, полетели искать ее уже. Давайте быстрее. Да. Давай, давай. Сейчас сяду, у тебя есть идея, куда лететь? Ну вот и славно. Так, за ней. Но. О, боже. Сюда! А что? А, боже мой! Чё вы так орёте? Вас слышно? О, боже! Ну, привет, Икинг. Ха, что? Думал, я бездействую? А вот и нет. У меня ваша драгоценная дневная фурия. Да-да, и это я забрал вашу любимейшую Громгильду. А сейчас я хочу одного. Вы мне отдаете ночную фурию в обмен на дневную. Или вам не поздоровится? Так давай же его убьем. А-а-а, не так все просто. Если хоть один дракон будет извергать пламя, она умрет. Как и все остальные. Если хоть кто-то двинется без моего разрешения, вы все покончите жизнь. Да, давай уже покажем ему. Нет, нет, надо подумать. Накануне все наши жизни. Но без Зубика мы ни за что не отдадим. А ее нам тоже надо выручить. А что же нам сделать?
Так. Что? Ребята, быстрее спасайте дневную фурию. Поняли? Дорогая, проснись. Она слишком ослабла. Я тогда с Икингом ее сейчас возьму и отнесу к нам. А вы сражайтесь. Хорошо. Поняли. Вы окружены. Но мы не сдаемся. Вот именно. Молодцы. Молодцы. Уходи, Громгильда. Кривоклык. Что? Ай, мама. Улетайте, я справлюсь. Как знаешь. Кривоклык? Ладно, я тоже полечу. Ну, подожди, а как же ты? Не бойся. Со мной все будет в порядке. Но лети. Ну, может, лети, Громгильда, так для тебя будет лучше. Хорошо, я полечу, но потом мы обязательно с тобой вернемся. Разумеется. Лети. Куда вы улетаете? Никчемные драконы. Да что ж такое, Тихо! Смертохват! Мой любимый дракон! Как я рад тебя видеть! Ты мне так нужен! Не хочешь ли вернуться ко мне? Подумай! Опять убивать драконов! Опять быть кем-то большим, чем просто обычным драконом, который подчиняется законам королю. Не хочешь ли ты быть тем, кем ты был? Злобным. И драконом, который не зависел от короля. Ты же просто был свободным драконом. Но ты выбрал добрую сторону. Зачем? Подумай. И присоединись к нам. А да, еще один небольшой сюрприз. Ты думал, что Скрилл и правда встал на вашу сторону? О, нет, конечно, это все мой план. Мой план — втереться вам в доверие. О, я тут так подумал. Ты же, наверное, не захочешь с нами сотрудничать. Тогда у меня другой вариант. Скрилл, в бой! Да аккуратней! Так, надо собрать яда у него. Идеально. Можешь его отпускать. Не думай. Давай просто возьми и убей его. Что же еще сделать? Все равно, если мы его отпустим, он разболтает своим другим драконом, что ты со мной в команде, но втираешься в доверие и все такое. Поэтому просто скинь его со скалы, как когда-то они сделали со мной. Ты пострадал, я вижу чуть-чуть, но это не так уж важно.
Главное, что мы избавились еще одного нашего врага. Ну, ты же был нашим другом. Для тебя я не друг. Вот для Грамгильды, да. По поводу, что я люблю Грамгильду, я даже не притворялся. Что? Да. А все остальное? Да, это правда. Но ты... Она об этом никогда не узнает, что я сделал. И ты ей не расскажешь. Потому что ты будешь мертв. Я сделала это. Я сделала это. Что ж, молодец. А теперь подходим к плану. НЧ-2. Найдем эти две фурии, дневную фурию и ночную. Надо было сказать, наверное, НДЧ. И убьем их. А что касается тебя, когда мы убьем ночную фурию и когда мы убьем дневную фурию, я попытаюсь сделать так, чтобы королем всех драконов стал ты. Не кто-то другой, а ты. Подписывайтесь на мой канал и не забывайте ставить лайки, пишите комментарии, нажмите колокольчик, если хотите узнать, когда выйдет следующий сезон нашего прекрасного сериала «Драконы в скрытом мире». И всем, ребята, пока! Пока! Пока!